Из-за пандемии коронавируса одними из первых попали под запрет спортивные мероприятия. В условиях карантина руководители клубов, учредители лиг принимают кардинальные решения. Единая лига ВТБ завершает сезон досрочно, без объявления чемпиона. В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться, клубы отпускают легионеров домой, чемпионат продолжать нецелесообразно. Чемпион этого сезона определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип. Команды-участники сыграли разное количество матчей. Итоговую классификацию позже представит Российская Федерация баскетбола. Евролига на этой неделе объявила о том, что по-прежнему рассчитывает завершить сезон. Надеется на рестарт чемпионата до конца мая. Также есть вероятность, что матчи возобновят в Европе летом, и они будут проходить без зрителей.